«Первые ласточки». В Нарьян-Маре завершился ремонт домов за счет средств фонда содействия реформированию ЖКХ. Благодаря собранным жильцами деньгам удалось отремонтировать 2 двухэтажки. Обновление 3-го дома вошло в завершающий этап. Напомню, почти год жители нашего округа собирают деньги на капитальный ремонт своих домов. Каждый собственник с января оплачивает по 6,5 рублей с квадратного метра своей квартиры. Всего в программу на 30 лет включено более 300 домов. За 11 месяцев в регионе было собрано порядка 31 миллиона рублей. Одним из первых домов, которые прошли обновление за счет средств программы по капитальному ремонту, стала двухэтажка по адресу улица Первомайская, дом 3. Здесь обновили кровлю, систему электроснабжения в подъезде и заменили и утеплили фасад. Кстати, технология обшивки серьезно изменилась. И что примечательно, в лучшую сторону. Фасад сейчас покрывают евровагонкой. Она позволяет дереву дышать, что препятствует загниению. Во втором доме по переулку Северному 4 фронт работ был меньше. Заменили систему газоснабжения, отремонтировали и утеплили чердачные перекрытия. Изменен и подход. Все вопросы, которые касались ремонта, решались не на верхах, а собственниками жилья. Приемка работ также проходила непосредственно при участии жильцов. Приемка осуществлялась комиссией, в которую входили представители от собственников, от подрядной организации, от заказчика, от фонда, также от департамента строительства ЖКХ. И представители органов местного самоуправления и управляющей организации. То есть достаточно большая комиссия, у каждого были свои замечания, предложения, которые в ходе приемки были, в принципе, устранены. Специалисты фонда регионального оператора программы отмечают, что качество работ высокое. Это во многом благодаря конкурсу, на основании которого выбирали подрядчика. Ведь в основе лежала не цена контракта, а качество и сроки выполненных работ. Так. Просто есть определенный регламент по оформлению документов, так, в течение которого комиссия должна принять после моего письма. Сдача у нас происходила 23 ноября. Вот, просто срок, почему, допустим, вы сейчас снимаете. Да, действительно, оформление шло, значит, очень много было, значит, технических моментов, которые необходимо было отразить. Вот, но на будущее это будет быстрее. Насколько быстрее получится провести все формальные процедуры, подрядчики смогут убедиться уже в ближайшее время. 25 декабря должна состояться комиссия по приемке 3-го, последнего на этот год, капитально отремонтированного жилого дома. Сейчас на объекте Ленина 54 строители делают последние штрихи. Алена Валеева, Вадим Носкин, телеканал «Север».